Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! Недавно закончился конкурс, который я проводил совместно с партнерами. Были определены победители. Ссылки на видеоотчеты об определении победителей я оставлю в описании под этим видео. Если кому-то будет интересно, можете зайти посмотреть. А сегодняшнем видео я хочу объявить о старте очередного конкурса, который я проведу совместно с компанией «Аквариумные биосистемы». Так же, как и предыдущие конкурсы, это будет конкурс репостов, и проводиться он будет в группе торговой марки «Аквабиос». Для участия в конкурсе вам нужно быть подписанным на мой канал и быть участником группы партнера. Условия конкурса очень простые. Вам нужно сделать репост записи о старте конкурса на свою страницу и не удалять ее до его завершения. Победитель будет определен путем случайного выбора, поэтому выиграть может каждый. Теперь о призах, которые получит победитель. В этот раз спонсоры решили разыграть что-то из аквариумной химии, поэтому это будет Sidex и два средства для быстрой обработки аквариумных растений. Первое средство для обработки аквариумных растений от водорослей и второе средство для обработки аквариумных растений от паразитов. И чтобы немного оживить этот конкурс, я уже традиционно от себя добавлю полянку Монте-Карло. Она у меня очень хорошо растет, и я надеюсь, что у вас она будет расти точно так же. Ссылки на конкурс и на группу партнера будут в описании под видео. Заходите, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, и пусть повезет именно вам. А также не забудьте подписаться на мой канал, потому что это далеко не последний мой конкурс. И скоро я буду разыгрывать еще много разных растений, в том числе и несколько веток буцефаландр. А я на этом буду заканчивать это видео. Желаю всем удачи. Пока!